Сейчас опять со звуком проблем. Ну что? Все, спасибо. На подсказке. Совосинка с ним. Рюнер против Авдеева. Его не забивает. Остается играть первый четверть. Быстро. Время, точнее, первой четверти матча пролетело. Очень интенсивно. Игра Торрес. Потерь для филиппинцев. Стариков со средней. Майк Дёрли не пристрелялся пока. Стариков мажет Гаврютин первый штрафной. Тебра. Дальше. Горит желанием дальше проходить, не собирается уступать. Авдеев. Рядовостин клуб. Стариков. Издали Георгий бросает. Нашли раз в цель. И вот уже Линку. И тайм-аут. Филиппина Бойлерс попросили, у них, кстати говоря, на самом деле 23. Декстер Паскуа доехал. Возобновляется наш матч, дорогие друзья. Второй попадает. Атакует, попадает, хороший мяч. Едет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Анаджея, шикарный мяч. Савостин. Три больше, чем два. Ну, не знаю, мне, честно говоря, и не такие современного баскетбола. Разряжает. Второй персональный 53 светлый. Торрес забить. Савостенко на пустое кольцо выходит. И сам все-таки здесь решает атаку завершать. Бушуев поддерживает. Декстера Паскуа. И вот этот все-таки Авдей. Прыгнул. Переморолся. И в итоге добавил в корзину. Помог ему Мустафаев до скамейки запасных добраться и вышел вместо него 14 номер, соответственно. Мажет. Второй. Коротенький сайдстеп, бросок. Максимально 10 минут.
и отличная передача на Торуса и Патрик Копин. 43. 47. Минус 4. У Филиппина. Авдеев первый штрафной мажет. Иван Гаврютин добавит мяч в корзину. И 51-44 после трех четвертей в пользу Линкольна. В этой серии по сумме двух матчей у нас получается сейчас разница 12 очков. А Устрия 3 бросил этот мяч в корзину. Повезло сейчас, откровенно говоря, Линкольну. Но идет сильнейшим, что называется. Торрес на Фебре. Джей со средней, не точно. Мустафаев, не точный бросок. Сариков дальше. От Мустафаева Женя только что с этой точки попадал. Стариков. Пас Юрчевского. Тайм-аут. Тайм-аут от Филиппина Боллер. Дорогие друзья, Филиппина Боллер запустили сейчас рывок в начале четвертой четверти. Они наоборот отыгрываться нужно. Сейчас по итогу уже понадежнее надо. Понадежнее. Трех все-таки оружие нестабильное. Обыграл Деревьева сейчас на дриблинге. Бросил средний, попал. Хороший выбор. И тут же тайм-аут от Линкольн Лайн. Очки второго шанса Алексей. 72 на 65. Торрес. Блок трех. Мимо цели. И Стариков уже Савосенко мяч отдал. Никуда. А Линкольну торопиться не стоит. Стариков. Это у Георгия. Плюс 5 первый матч Линкольн выиграл. Это Влад. Влад, привет. Сейчас по сумме двух получается у нас уже близок к перехвату. И в дверь проткнулся. Аустрия на каждом персональном замечании. Это пятый фол Аустрии. Грюнер попадает первый штраф. Попал? Да.
Вот, ой-ой-ой, свалился мяч с руки. На данк там Георгий заходил, не получилось. Фебра.